В безупречных кимоно с горящим взором и блестящей подготовкой. Для ребят из секции восточных единоборств пришло время показать свое мастерство. В стенах школы Олимпийского резерва состоялось торжественное открытие фестиваля боевых искусств. Поддержать юных спортсменов приехала знаменитая Олеся Коваленко, чемпионка мира по сумо. Она же в сентябре этого года представит свой вид спорта на международном фестивале ТАФИСА. Талантливая сумоистка напутствовала наших единоборцев. Чтобы наши юные спортсмены были крепкие ребята, здоровые, чтобы занимались усердно спортом, чтобы, учась на ошибках старших ветеранов, они все больше и больше усердствовали и приносили медали нашей стране. Фестиваль начался с торжественного построения, гимна и слов приветствия. Далее будущие чемпионы показали то, на что они способны. Броски, захваты и остальные эффектные приемы, очевидно, вдохновили почетных гостей. Дело дошло до того, что министр спорта Николай Цуканов вышел на татами с Олесей Коваленко. Там она его и научила основам сумо. Сегодня в нашем городе дети, взрослые могут посмотреть именно на показательные выступления. Потому что, когда происходят, в общем-то, схватки, поединки, не всегда можно увидеть красоту приемов, потому что соперники часто, в общем, скрывают свои движения. По мнению организаторов, глядя на силу и грацию, юное поколение захочет приобщиться к культовым видам спорта. Фестиваль ощутимо поддержал азиатское настроение в нашем городе. Мероприятие органично влилось в течение международного форума «Японская весна на Волге». Виктория Чиркова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.